21 дорожно-транспортное происшествие произошло с участием детей. В них пострадало 24 ребенка и один погиб. Чаще всего дети получают травмы из-за отсутствия детского кресла или удерживающего устройства. Попросту говоря, из-за того, что дети не пристегнуты ремнями безопасности. Если бы детские автокресла были бы использованы водителями транспортных средств при перевозке детей, то возможно, что дети пострадали бы меньше, чем они пострадали на самом деле. При несерьезном столкновении транспортного средства с другим транспортным средством, либо при резком торможении, именно использование детского автокресла обезопасит ребенка от получения таких травм, как удар головой об лобовое стекло, либо об боковые стекла, если ребенок находится там на заднем сидении, либо на переднем сидении. Существует аналог детского автокресла – детское удерживающее устройство. Оно гораздо проще в использовании и существенно дешевле. Но свою основную функцию выполняет, то есть обеспечивает безопасность ребенка при перевозке. Детское устройство крепится на встроенный в автомобиле ремни безопасности и регулируется под массу ребенка. А за перевозку детей без детских кресел или удерживающих устройств водителя штрафуют на 500 рублей. Но в скором времени наказание за подобные нарушения планируют ужесточить.